Голову и зародили гармату ей. Сколько их безлич иде. Иде на наш замочек, на Менск наш родненький. Лучники, ратуйте! Так вот, з'являється отряд лучников, який починає. Подстрельвайте ему все! Ой, люди, дороженьки, пережитеся от стрелов. Заплюшуйте в очи. Ну, это я кажу не нашим ворогам, а... Это мы глядачам кажем. Да, это глядачам, бо на ворогам, нам так сказать, справы немає. Поважанные глядачи, коли вас летят стрелы, вы робите ручки над головой, кажите, я в домике. Коли итак, основное войско чужинцев, покуль вот мы не ведаем, кто это. Просто... Ну, я могу сказать, что в белые крыжи, так? Белые крыжи, стоится, что вы это пришли, наймиты. Сходние Пруссии, с прусских землей, городы прусские, как бы захопить, ну, новые земли, обернуть католическую веру силы, а мы кажем, того, что у нас пришли в католическую веру, обращать у нас католиков полова. А я им на это наплевать. Чья сивантроба залетела, что мою замок. І вони прийшли, прусаки, і з тих часів у нас тараканов по-білоруську називають прусаки. І ніхто не чекав, а вони прийшли. Що, поїли, попили? І так, що ж намічник там, намічник дав? І сам глядіть, от бачиш, з бойниці. Бачить їх всім до одного наших. Все полічив, так сказати, все, все по-німецьку зроблено докладно. Лічив? І каже, бояри, менчуки, за вами только сила предков, сила майстерства и сила закования особистого життя. Мы дадим нашей тройной силой, да их всем в один. И чувство, инстинкт самосохранения. А самозахование обовязково. Олеж, обвести не могу, за тобой же все время не пустили. Да, глядите, глядите. Да, радуйте, шутай! А лучники? Проломился! Стену! У 14 заходи Минск поломать дровяный весь тому, кто про его стены различных блок. Уже мужность вояров, их доспехи, их ничего себе, что треба было различить. Махары на вежах кидаются свежим урожаем бульбы. Зараз зачем бульба. Уже была. Это конячая бульба, это куеды. Ну, 14-го и капустой, что досталася после окольного турниру. Натя вам каже у Чадабар. Вот глядите, что первая линия обороны уже сметена ворогом. И наши войны выросли за истину браму. Зачиниться там. Нет, зачиниться уже не поспеет. Уже поспеет. А Клим тушит у неба летит. И чуешь, что путка будет, поеже такая. Воробьи собрались. У чужинцев кируя таки дуже ось маляры кисим. Это Ком Шмор Морн Аленрон. Так. Зараз скажем, мы с вами зробим человечью мечницу и уздымемся на вежу. Я вас умогу, остальной болезнь! Нет, зараз будет Сергей Пупка. А, вот оно что! Турусы на колесах, ой, тебе! Подкатили, подкатили вас, я вижу, уже вчеру, я гэты его шапиронем червоным бояр. Он, я, мол, напевно, я думаю так, что он, я бы он керує командой инженеров. И так там наймит, наймит перший Тагир змагается, там так само яблоком отримав голову. Что, ну ничего, у нас медики працуют, медики же нормально. Вымучь, закарка, яблоко это и пустят из нового. Так, еще за нечем побегли. Яны грунтовно чужинцы подрихтовались. Это такое уражение, что, а что они отрихтовались. С пустыми руками пришли, не, артиллеры. Артиллеры, раз. Осадные машины, два. Вазы, не веду, на что, ну, за компанию вазы привезли уже. До кучи еще, так? Это как потом...
скарби забирати. А, ось, ось. Зачем забув, що набувати? Так дівчат наших полонних у гэтых хватах. Ось, ось, знову артилерія працює. 14-е стагоддя уже у Європі починають використовуватися бомбарди. Ось. Як бачите? Ой! Все, там я... Ох, ты бачу, Василь бачу. Так ляснули, я что ворота приоткрылись. Да, этому вору нашему голову шлемом оторвало. И как стоял, то есть так и стал на колени. Дробины, дробины. Все, а зараз все же будут брать. Штурм начинается уже. И бачишь, вот бежит наймит с голыми лытками, сказали. Дадим ковалок мяса, дробину принеси. Вообще, нет, как ты хочешь поем у замку? О! Нет! Намечник! А намечник головная сила на правый фланг накировая! А вот что? На правый фланг головная сила! Я уже впрыгнул блазан у Шахерони! Сячевщик моя рука же лягает по стене! Дети, отдай меже, захоплен! Захоплен! Это... Ой, что ж... Иранских это Тагир там так само уже переразаивший горло мужиков. И в опошню, каже намечник, дедушки, не мы тут на кол посадить. Выбьем этих чужинцев земель наших, как пошесть якую. Я сам, каже, поведу вас у бой. Давайте гучными аплодисментами намечника Минского подрываем. Глядите, один. Сопровождение своего наполника смагается, але не отступает. Не отступает. Победа, як проиграет, их сдымут с посады. Это кто-нибудь сдымая на виды, я просто намечник взял на себе шестерых чужинцев. Просто полову войска заблоковал на себе. В этот час будет скандаться. А потому что авторитетный человек. Так просто не возьмешь его. Вось уже около себе, и он спирая маневеличкий отряд оборонцев. Их подтримливает, каже, давай, хлопчики, не робей! Наперед! Наперед! Давайте допоможем, людцы! Немцким нашим! Чиснуть, чиснуть! Шуляковская, что ты там робишь у чужинцев? А я тебя так любил. Стрелами их! Стрелами! Забили Шуляковскую, так не достанься ты никому. Загнали их табор. 10 километров угнали. Глядите, глядите, что? На поле забитые лежат, пораненные. Уже 10 ходят мародеры, снимают сапоги. Бачишь? Ось, да, ось, уяву, розумієш ти, вока викололи, пол голови зрубили. Это ж селфи, это ж 1000 лайков за вока. Дети, дорослые, дети отсюда! Давили у землю, ось, с кожным ворогом было так. И будет, и будет. Намечнику трехразовые гучные аплодисменты. Хай вечная слава живе Менское воеводство, замок Менский, Минск старожитный, с воярами своими. Лучникам нашим гучные аплодисменты.
Аплодисменты организаторам и удельникам. Глядите, для вас подрихтовали такие совсем хитрые, матерые, монументальные декорации, как вы отшули, так сказать, всю прагность войны. И главное, что до конца ничего не ведомо. Что ж будет, ты разумеешь? Все чекали, что замок будет огнем узнятый до неба полымем. А, это просто те, кто так думал, не ведал, кто его обороняет. Зараз полова сыть, а что, палить ничего не будут, пойти на хату. Мы думали тут сгорить замок, а тут... Шановные, вертайтесь до хаты, паркан поладим. Знов выгоним челянов, яны нам еще зробят. Урожай посадим, вырастет. Бульба выкопай. Какая бульба в 14-м столетии, но Василь. Репу. Репу и речку выкопать. Жаловное. Это было неимоверно. Неимоверно. Добро, что до завтра не планируется, что завтра, потому что паркан уже раскрученный. Мы там очень не успеем бить новые. Я хотел Это войсковый гистаричный клуб «Веруш». Это войсковый гистаричный клуб «Винская уния Мечевора». Мечевора! Войсковый гистаричный клуб «Секерш». «Секерш» — аплодисменты. Клуб «Люцер». «Люцер» — переборство по турниру на ЕСВИ. Я верю, что наши лучникам, артиллеристам, так сказать, допоможным войскам. Троекратное ура! Но это жар, короче, как вы можете не кричать. Ура, ура, дорогие калибры! Ой, глядите, пикинеры! Это наши белорусские хлопчуки, мужчины! Ну и пани Шуляковская. Пани Шуляковская, да. Вот, глядите, ну, яны занимаются московской исторической реконструкцией немецких земель в периоды 14-15 стагодия, это пехоты. И, скажем так, это довольно мужная сила. Поглядите на их доспехи, люди, я вам скажу, что доспехи на этих людях, это, ну, это не музейный экспонат из музея, никто не вытягивал. Не, это не той музейный экспонат, что у песни спевается, это очень больше. Это люди, на яких...